Отзыв на тренинг «Самогипноз 1». «Самогипноз 1» я получила больше года назад бонусом, когда купила тренинг Муза. Я отнеслась к нему как к бесплатному довеску, то есть заглядывала иногда в него тоже. До этого я никогда не занималась самогипнозом, не интересовалась этим и никогда над этим не задумывалась. Прочитала, однако, теорию к тренингу, и она убедила меня, что это полезно для меня. Времени же, как мне казалось тогда, на прохождение тренинга у меня не было. Так, наверное, бы и оставалось. Да несчастье помогло. Мне надо было делать операцию на ногу, после которой у меня были ограничения по движению. И у меня появилось время. И я стала всерьез проходить тренинг. Вначале я заметила благотворное влияние тренинга на мое физическое состояние. Я стремительно поправлялась после операции. Я восстанавливала свои силы гораздо быстрее, удивляя врачей. Я занималась тренингами 3 раза в день, не менее получаса, иногда по часу. Вначале впадала в бессознательное состояние и не помнила ничего. Не было и сигнала от бессознательного. Оказывается, моему организму было необходимо такое сильное расслабление, отдых. Постепенно научилась ставить перед собой задачи, сохранять осознанность в трансе. Где-то через месяц только заметила сигнал от бессознательного, что меня очень сильно порадовало и замотивировало продолжать занятия. Стала параллельно заниматься самогипнозом 2 и 3, которые нашла в клубе достигаторов. Там же я познакомилась с трансами из VIP-самогипноза 1, очень хорошими, просто прекрасными. И поэтому я не написала тогда отзыв на этот тренинг, потому что у меня были уже эти трансы. Затем я приобрела самогипноз 4 и 5, и все прошлое лето, находясь на больничном, я занималась различными трансами из различных тренингов по самогипнозу. И это был прорыв. Я проработала свои ВК на самогипнозе 4, развивала интуицию в самогипнозе 2, училась лечить себя в самогипнозе 3 и договаривалась с бессознательным в самогипнозе 5. Я продолжала заниматься самогипнозом 1 каждый день. Мое физическое состояние улучшилось, дела легко делались и мои мечты сбывались. Это был самый волшебный период моей жизни. Я отпустила все претензии к другим, мое настроение было ровным и прекрасным. Сейчас прошел почти год с того периода. Я продолжаю заниматься самогипнозами. Трансы стали моей неотъемлемой частью жизни. Как это я раньше жила без них? Моя жизнь изменилась, и я смело смотрю вперед, ставлю перед собой новые задачи, и самогипнозы помогают мне добиваться результата. Я поправила свое здоровье, увеличила свои доходы, научилась планировать свои дела и выполнять их с помощью бессознательного. Я очень благодарна судьбе и конкретно создателю всех этих тренингов по самогипнозам и конкретно тренинга «Самогипноз 1». Я благодарю Павла Колесова за эти мощнейшие тренинги, которые заняли в моей жизни такое значимое место. Я буду жить, использовать эти тренинги и рекомендовать их всем моим знакомым и друзьям.